holding, no low blow. Head up, listen to me, okay, section. Good luck. Итак, заключительный поединок чемпионата мира по боксу среди женщин, который проходит в Улан-Удэ. Это весовая категория свыше 81 килограмма. Китаянка Ян Сяоли против Даниэлы Перкинс из Соединенных Штатов Америки. Как ни звучало бы парадоксально, но Ян Сяоли проводит лишь второй поединок на этом турнире, а это уже финал. Дело в том, что во время жеребьевки она была первой сеянной, и всего 7 спортсменок участвуют на турнире в тяжелой весовой категории свыше 81 килограмма. Таким образом, она сразу же прошла в полуфинал и, еще не проводя ни одного поединка на турнире, уже гарантировала себе как минимум бронзу. Но в полуфинале она без особых проблем победила соперницу из Казахстана Дину Исламбекову и таким образом вышла в финал. Вообще, стоит сказать, что Сяоли очень титулованная спортсменка. Она трехкратная чемпионка мира. Что касается Даниэлы Перкинс из Соединенных Штатов Америки, то ей 37 лет, она достаточно возрастная. И в полуфинале она победила белорусскую Екатерину Ковалеву. Визуально кажется, китаянка повыше, кажется, у нее и руки подлиннее. Вот так она как-то хлестко выбрасывает эти удары, старается держать пока на передней руке свою оппонентку. Пока не очень много ударов выбрасывают обе спортсменки. Пристреливается китаянка. Пошла вперед американка и сразу град ударов просто обрушивает на свою соперницу. Ян Сяоли уходит в клинч и сразу идет вперед, отвечает тоже серией. Разворачивает ее американка. Да, в очень спокойной манере, такой вальяжной, боксирует Даниэла Перкинс. Двадцать секунд до конца первого раунда. Вот в этом ближнем размене, мне кажется, Перкинс выглядит, конечно, поубедительнее. Ей на руку сокращать дистанцию, нужно идти прямо абсолютно вперед. А вот китаянке нужно каким-то образом не подпускать ее, возможно, встречать и издали обстреливать свою оппонентку. Сейчас просто град ударов снова обрушивается на китаянку. Та пыталась реваншироваться, но спаслась в клинче. И так завершился первый раунд этого поединка. Напоминаю, что это финал весовой категории свыше 81 килограмма. Trying to head on to North China TV, right? Then the boxing, and then jabbing, and winning the fight. Okay? It's not really get into a brawl and make this like that, okay? So start touching with your jab. You touch him with your jab. Hey, body. Итак, второй раунд поединка за золото чемпионата мира по боксу. Перкинс старается идти вперед. Да, и снова очень хорошо действует американка на ближней дистанции. Сейчас разворачивает ее китаянка, занимает центр ринга. Это, конечно, для нее хорошо. У нее руки подлиннее, напоминаю, и она должна работать на дистанции.
Очень много выбрасывает ударов Ян Цзяоли, но, кстати, мало из них достигает цели. Вот очень-очень мощные попадания были уже со стороны Даниэлы Перкинс. Сейчас неплохо по корпусу от китайской спортсменки. Да, вот эти вот, это сокращение дистанции всегда очень удобно для Перкинс. Вот она сейчас, кажется, да, мне кажется, это был очень мощный удар, и судья отчитывает нокдаун, друзья. Да, китаянка, одна из самых титулованных спортсменок в весе свыше 81 килограмма, оказывается в нокдауне в финальном поединке чемпионата мира. Пока Перкинс так вот вяло, действует в такой вялой манере. Но когда надо, она реально взрывается очень мощно и наносит свои сногсшибательные удары по оппонентке. Сейчас чуть было не проварилась китаянка. Слева отличное попадание от Перкинс. Кружит, кружит китаянка вокруг американки, но очень мало попаданий точных. А вот американка от своих моментов, конечно, выжимает максимум. Вот снова сокращает дистанцию и просто взрывается. Град ударов сейчас влетает в китайскую спортсменку. Да, непростой поединок для Ян Цзяоли. Десять секунд остается до конца этого раунда. Итак, завершился второй раунд. Напоминаю, что это бой в весовой категории свыше 81 килограмма. Очень-очень непростой поединок для обеих спортсменок. Итак, друзья, третий раунд и заключительный раунд на этом турнире, на чемпионате мира по боксу, который проходит в Улан-Удэ. Дэнка начала действовать поактивнее, постоянно пристреливается. Американка по-прежнему спокойно. Пытается постоянно нащупать дистанцию Ян Цзяоли, но часто очень проваливается после того, как решается все-таки на одну серийную атаку. Сейчас неплохо было от китайской спортсменки. Да, мощное попадание по китайской спортсменке. Но кажется, здесь вряд ли был нокдаун. Просто она оступилась и поэтому оказалась на канвасе ринга. Половина раунда позади. Старается китаянка идти вперед. Поджимает ее американская спортсменка.
Сейчас отличный апперкот и сразу же слева добавляет в голову снова Дэниела Перкинс. И вот еще один нокдаун, друзья. Да, такого точно не ожидала трехкратная чемпионка мира Ян Сяоли. Да, она сейчас в затруднительном положении. И отличный поединок проводит Дэниела Перкинс из Соединенных Штатов Америки. Меньше минуты остается до конца этого поединка. Американка идет вперед. Снова мощный справа попадает точно в цель. Дэнка спасается в клинче. 30 секунд до конца этого поединка. Да, не просто. Сейчас приходится Ян Сяоли из Китая. Да, китаянке по-хорошему нужна как бы одна мощная атака, но она почему-то не решается идти вперед. И сразу у нее набрасывается буквально американка. Это было очень-очень опасно. Надеемся, все в порядке там со здоровьем у китайской спортсменки. Она буквально выгнулась назад. Итак, друзья, завершился этот поединок. Напоминаю, что это был последний, заключительный бой чемпионата мира по боксу. Дождем сейчас судейского решения. Интересно, каким же все-таки оно будет. Итак, победу в этом поединке одержала Дэниела Перкинс из Соединенных Штатов Америки. Поздравляем ее, друзья! Отличный поединок она показала сегодня. Ну что, завершился чемпионат мира по боксу среди женщин. Он подарил нам невероятное количество приятных эмоций. Спортсменки очень старались. И действительно было невероятно интересно наблюдать за боями. Благодарим всех, кто участвовал в подготовке такого потрясающего турнира. До встречи, друзья!